прощать долги Европе или пока повременить. Банковский планктон заработал миллион, а представьте, как обидно, коль его лишится он. Что месье капусты валом, так согласие по мистралям, ох, в копеечку влетит, долг верни и без обид. На нашу Машу в злобности ракеткой машет проигравшая Коко, а кому сейчас легко? Кто Россию звал Россией и продолжит называть, тех хотят на Украине беспощадно штрафовать. Сторонник, но при этом ты дальтоник, лучше страсть свою скрывать и знамена не срывать. Что мне делать? Доллар снова поднимается к рублю. Стресс сниму, возьму топорик, да дровишек нарублю. До чего дошел прогресс? Доллары на вес. Кстати, центнер это сколько? В упаковке или без? Пил с утра портвейн Массандра, им и буду продолжать. Я решил сегодня крымских виноделов поддержать. Хожу в кафешку чудо, нет в меню у них фастфуда, есть дыхание старины, растягая и блины.